Синоптики прогнозируют, что вторая половина этой недели в Магадане будет пасмурной, но несмотря на хмурую погоду, в городе тепло и ночью, и днем. Ожидается от 12 до 18 тепла. Дождей в ближайшие дни и на выходные не обещает. Четверг отличится высоким уровнем ультрафиолетового индекса. Для сравнения, на Сейшельских островах, расположенных у самого экватора, на этой неделе УФИ-индекс ниже.